Houston Club, здесь так красиво, я перестаю дышать. Мы и танцуем, поем, и билеты продаем. У нас нет Англии, но у нас есть свой папа, своя улица скоро будет. Я не ем детей, я не убиваю молодые парочки на входе и так далее. Это место для всех. И Kingsman Pub своих не бросает. Знакомьтесь, это Элвис, а это Kingsman Pub. Пока еще очень молодое заведение в нашем городе. 16-17 лет, появилась мечта, да, хотим свой паб в городе. Мы и танцуем, поем, и билеты продаем, потому что и за баром, и на кухне, и ремонт, и все-все-все делали мы. Здесь все это как бы своими руками. Наверняка вы спросите, почему паб называется так же, как и всем известный фильм про секретное агентство. Мы к этому фильму не имеем никакого отношения, хотя очень даже, наверное, хотелось бы. И к ателье, к сожалению, мы тоже не имеем никакого отношения. Улица называется площадь Карла Маркса. Ну, Карл Маркс, КМ. То есть для всех, кто в городе, для всех местных, не местных, место точки сбора КМ, ну, это известное место. Встретились уже все вместе, ну, Kingsman, нормально. Ну, а давайте, да, а как королевская рать? Kingsman, типа, ну, блин, Kingsman, ну, давайте, да, Kingsman, все. И даже несмотря на то, что паб работает всего месяц, по городу уже ползут слухи. Некоторые люди нас боятся, и про нас ходят много всяких слушков таких, что мы здесь выгоняем обычных людей и так далее, что это непосредственно одни хулиганы должны быть, но это не так. Я не ем детей, я не убиваю молодые парочки на входе и так далее, это место для всех, это как это традиционный английский паб. То есть сюда вы можете прийти, выпить пинту, заказать чашечку кофе, посидеть, поговорить по душам, раскрыться бармену. У нас очень понимающие люди работают за баром, то есть и конфликт разрулят, и по жизни подскажут и так далее, психологическую поддержку окажут. Предметы интерьера заслуживают здесь отдельного внимания. У каждой вещи есть своя история, будь то ракетка с Олимпиады 80, бутсы, которые разработал Adidasler, или запрещенные боксерские перчатки с конским волосом. Что-то приобреталось на аукционах, что-то специально привезено из Европы. А вот этот стол с ножками из настоящих книг и действующий камин без дымохода ребята придумывали и делали своими руками. И, кстати говоря, любой желающий тоже может принять участие в формировании интерьера паба. Например, наклеить свой стикер на эту дверь или подарить что-нибудь из подходящей атрибутики. Бармен за это обязательно отблагодарит. Моя частичка. Ну что ж, давайте тогда я сразу при всем честном народе. Это вот, с ним, вот с этим человеком мы трудимся, работаем, ждем вас в гости, Kingsman Pub. Вот футболки такие. Почти одинаковые. Вот, в общем, надо заснять, как вот это все приносят люди. Все сувениры, все-все-все, что здесь есть, это все приносят наши гости. Даже пишут на салфетках. А, на салфетках пишут Kingsman Pub, здесь так красиво, я перестаю дышать. У нас нет Англии, но у нас есть свой паб и своя улица скоро будет. Не буду раскрывать пока всех фишек. В каком уголке здесь, скажем так, больше тогда Англии? Прямо так настоящее, чтобы ощутиться? Самое настоящее? Вот прям, чтобы вообще? Да, да. Эпицентр бара? Да. Это вот наша знаменитая отжатая. Ну, флаг с эсминца британского королевского ВМС, он прям подчеркивает нам бар. Вот это тот самый флаг. Впоследствии узнали потом, что он реально с британского королевских военно-морских сил и экспедиции Египет 1993 года, моего года. Сам Бог велел повесить его сюда. Вот. Кровь на нем так и не отстиралась после событий. Все, что было в пабе, остается в пабе. Если вы здесь с кем-то поругались, или с кем-то познакомились, или что-то типа того, все, что было в пабе, остается только в пабе. И Kingsman Pub своих не бросает. Если вы здесь напились, прям вообще, ну вообще, вот прям, ну слюна, вызываем такси, отправляем вас домой. Есть еще небольшая такая акция, бонус от бара, вы уже пользовались этим. Мы отвозим даже, если совсем все плохо. Ты сейчас спалил, короче. Мы лично отвозим, но запомните, Kingsman Pub своих не бросает и не оставляем своих на произвол судьбы за порогом паба.